Раз, два, три. Здравствуйте. Доброго всем вечера, времени суток, и вечера, и утра, и дня, у кого что, потому что здесь начинается все по-разному. Мы рады вас приветствовать на сцене, на этом замечательном празднике, на этом замечательном празднике жизни. И пока по моей горечи отдыхает и готовится к своему замечательному выступлению, вашему вниманию прилагается группа Why Not Trio, которая переводится «Почему бы не троечка». Поехали! Thank you.
забыли на довольно популярные темы, как вы уже поняли. Сейчас мы поиграем немножко уже своего так называемого творчества. И начнем, пожалуй, мы с медленной композиции, так как мы все-таки духовики, мы очень любим классику, и мы на нее все-таки опираемся и ориентируемся. Но это пища, чем классика. Да. А следующая композиция называется просто «Порочная». Занимаемся и поэзией. И вашему вниманию предлагается поэма довольно серьезного склада. Хотя не очень серьезного, не знаю, не мне судить. Пока мои друзья отдыхают, и пока заодно отдохну я, тяжелый труд, поверьте, я вам прочту немножко своих стихов. Итак, поехали. Сюрреалистическая микропоэма «Амфитеатр и амфетамины. Большая история о маленьком безумии». Сегодня безымянный праздник, ну или просто праздник безымянный. Я перестану петь романсы, ведь больше мне не снятся сны о той былой любви, что к вам испытывал я в страстном танце среди мягких стен. Нить артерий, кабель вен станут лишь мозаикой жизни, летящей вдаль. И, как всегда, утеряна последняя деталь. Перегородка вся сгорела в приборе для подачи кислорода. Была написана ли ода? Но нет. Перо не пало на мосты прошедших дней, где я и ты сжигали также время, думы, здоровье и минут, секунды. Но ведь секунды не предел. Я спал, забылся, не успел сорваться от конечной остановки.
Я к вам спешил сквозь пот, бегущий по вискам. Я в клочья рвал стихи, которые я писал в дороге, но опоздал. Споткнулся прямо на старте, нагнал вперед, подобно Дину Мориарте. Я прихватил для вас бурбон, пусть строчка для стихов все так же тленно, вы мне шепнете, о мой эндимион. Так будьте же моей вселенной, давайте вместе мы уляжемся на землю и плюнем в небеса открытым взглядом. Там нет луны, нет звезд, нет грани между раем или адом. Там занавес, который инфернальным градом падет на головы ролей. И разбредутся зрители, как дождевые слизни. Ведь для кого-то весь спектакль — это жизнь, а для кого-то поиск смысла жизни. Вы знаете, я часто думаю о море, о том, как прыгают киты на берег. Я похож на них, когда уже не лезет даже полпинты. И белый шум прибоя расслабит слух, добавит красоты. В глазах песок, а в сердце радость. Я вижу горизонт, там прыгают киты. Но абстиненция приходит, стучится в тело, дарит боль. А иногда это заводит число порядковое ноль. Вы знаете, ведь скоро прекратится вся эта ересь, что творится тут. Часы летят, часы не врут. Бурбон закончится, оркестр грянет медью. И зрителям программки раздадут. Ну а пока давайте потанцуем, заглянем в бездну расширенных зрачков. Там мира все цвета охватывают яму, там нет оркестра, есть лишь тишина, и бутафория фрактальна, льется пьяно, меня там нет, всегда все без меня. А помните, лежали мы в кровати, сквозь замкнутое око рекурсивный сон держал для вас конвульсии, и, кстати, от литургии все же спас вас он. Но вот секунда прозвучала, каденция без звука и чудес, паралич коды, в ней ликует бес. И мы прервем всю нить воспоминаний, пора бы вспомнить диалог, который наставляет нам сценарий. Но текст запомнить я не смог. Суфлер уж мертв, актеры исчезают серой дымкой, и боль стучит печатной машинкой. Элементарно вся система мироздания, в слезах Диониса мы топим все страдания. Закончился бурбон, и денег нету на коньяк. Для вас я не друг и не враг, не враг, не просто так. Хочу признаться вам без враг, что мне не снятся больше сны. Не сплю, не ем, не слышу запаха весны. Уйти от вас я буду рад. Пущу себя под горечь разврат с моей любовницей по имени Иштаб. Потух прожектор, занавес, зрители ушли. Театр пуст, и темнота лишь в нем. Сегодня безымянный праздник, ну или просто праздник. И, кстати, я знаю, что здесь собрались все не зря. Мы поздравляем нашего Фому Егоровича с днем рождения. Кстати, что я его не вижу, где он сам здесь вообще. Ладно, не важно. Я думаю, что его все успели поздравить с этим замечательным праздником. И еще не раз поздравим. Композиция, которая называется «Николай Андреевич в экстазе». Николай Андреевич имеется в виду, конечно же, Римский-Корсаков. Thank you.
Здрасте. А сейчас еще стихотворение перед тем, как мы сыграем вам нашу, так сказать, последнюю композицию. Стихотворение называется «Бомбардировщик». Падал бомбардировщик в объятиях красного пламени, прямиком сквозь землю, лаву, центр земли, прямиком, прямо лад. Купленный шпилят вперед, но нехватка валюты назад. Он и напомнил того человечка, который мечтал развернуть свою жизнь вопреки всем законам и стереотипам, прощая пороки, глазам все залитым слезами, наркотиками, спиртом, сожалением о прожитом детстве, в котором мечтал он быть дико великим, а стал лишь великим примером для смерти. Он падал, кружился и таял, но верил, что он не умрет. Пелена слепоты, белизна этой бездны даст веру в того, а в кого, кто поймет. Падал бомбардировщик в объятиях красного пламени. Прямиком он пускал детей механических с красными ртами и головами в детей городов, деревень, руками. Он тыкал на кнопки для запуска смерти. Он кричал: «Я умру, уж поверьте, и с собой заберу таких же, как я». Падал подбитый бомбардировщик. Он был геноцидом в замерзшей душе, но он не хотел полыхать с этой мыслью, что стал для кого-то смертельным клише. Домой войну! Ну а теперь немного безумной музыки, на которой мы, наверное, закончим. Немножко безумной музыки, в общем. Дай как классику!
Трамвай, ну а трио, спасибо за внимание, вы замечательная публика, мы очень безумно вас рады видеть, и все чудесно. Еще раз праздником поздравляем замечательного Фомича Егорыча, которого мы сейчас, наверное, уже и позовем.
То-то-то-то-то-то-то. Спасибо. Ребят, вот там, я знаю, есть столики. Можно принести сюда, поставить их и мы сейчас немножечко разыграемся, ну и вам хорошо, и нам неплохо, как говорится. Вот там вот в начале есть столочки, но правда закусить уже нечем. Можно присоединяться, ну и как бы по столочке выпить. В конце концов, ну, давай. Перед сценой, можно постоять? Да, конечно. Перед какой? Поехали, ребят, пошли. На сцене Фома Егорович Бекбаев. Первый, как говорится, и последний раз. Песенка про 8 марта. В конце концов, ну что мы 8 марта придумали? Давайте, мужики, каждый вторник дарить цветы женщинам. Кто за? Я за. Женщина на 8 марта нынешним годом подарю мне прилядку, не сковороду, не машину, не ковер, то, что стелят на полу. Отдаю от всего сердца этим заберу. Вот себе, родная, где родила. Для тебя ничего не жалко, любимая моя. Вот тебе, родная, без запила. Лишь бы только не курила, лишь бы не пила. Скоро будет у нас свадьба, а у будущей жены. И непорядок, и непорядок, ты не любим запилы. Как же так, моя родная, да не на полгода. Ведь запилу я знаю, ей не помогу. У тебя, родная, без запила. Для тебя ничего не жалко, любимая. Вот тебе, родная, без запила. Лишь бы только не будет.
бы вот бы нам побраться, скинулись бы все и купили бы каждый по бензопиле. И пускай они нас пилят утро, вечер, полетом. Мы тихонечко вот эти строчки пропоем. Все поняли, о чем эта песня? Не надо нас пилить. Впереди лес дремучий, а сзади дорога. Thank you.
куча детей о том, что теперь меня пожгутей. Чисто по-человечески поймать. Нам где-нибудь лажу он сыграет. Он, блин, даже лажу играет. Кайфово. Сейчас мы как раз целую песню построили на лаже. Слушайте. А, кстати, мужчины, пройдите вот к стопочкам и выпьем. Мужские страдания, в конце концов. А мне рожку
даже любила, любила меня. Ты как в детстве когда-то игрушки. Все-таки я призываю всех выпить, в конце концов. Я, наверное, единственный человек в стране, который призывает всех выпить. Почему воды? Там что, кончилось? Кончилось? Там просто дорого. Да как дорого? Вон оно стоит бесплатно. Но неси сюда поднос, вот поставь сюда его. И ничего лишнего, но значит вот так получается. Вон оно, бесплатно. Thank you.
Уже три человека или четыре? Пляшут. Пляшут, да. Трезвые. Почти. Ага. Я вам серьезно говорю, он на подносике стоит. Допинг вам. Потому что даже не подозреваю.
твои глаз. Меня бы больше на палату, и даже год меня не спас. Хотя, наверное, я все знаю, познал меня, сведет с ума. Твой поцелуй рад, как магнит, а я-то думал, я скала. А я-то думал, я гранит. Составить наш концерт. Если придет много народу, думаю, будем играть только быстрые песни. Ну, как бы там, туда-сюда, чтобы это. Если придет мало народу, думаю, будем играть только медленно. Если не придет вообще народу, то ну что-то там как-то так придумают. А то, знаете, получилась четвертая ситуация. Пришел народ. И вот для вас эти песни не так.
свое существо поднялось, и неприлично ты мне улыбнулась и сказала: дурак.
Алиса, мегафон у меня. Социалочка. Давайте это как бы. Вообще, дайте я посмотрю на вас. Кто там пришел? Сколько мужчин? Поднимите руку. Раз, два, три, я обчелся. А женщин? Почему одни и те же руки поднимали? Самое новшество. Сегодня мы на презентации новой песни. Ну, это принято, например, да, у стран презентовать президента. Ну, типа, вот у нас новый президент на весь мир, так и говорят. А мы презентуем песню. Песня про таракана. Поехали. Подождите, я сейчас объясню музыкантам, они вообще первый раз ее слышат. Ребята, напрягаемся после второго куплета, никуда не заканчиваем играть, играем ля, фа, я правда говорю? Следим за басистом, да? Поехали, песня про таракана, не дай бог вы за него не выпьете, за меня не выпили, а таракана я вам не прощу. Поехали! Проснувшись ночью в квартире, часиков это четыре, лежу, натирая мозоли. Ты лезешь к себе домой на антресоли.